на это мороженое потрачу. Подмешивает двойки, пятерки, тройки. Давай быстрее. Так, дам тебе десятку Соне, короля мне, тройка, девятка. Конечно, Соня. Так, туз тебе, тройка сюда, валет сюда. Соня, быстрее, 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 быстрее. Так, десятка будет козырь. Держите ваше мороженое. У меня закончился крем для загара, поэтому я схожу на рынок и заодно куплю вам каких-нибудь фруктиков. А вы тем временем будьте умничками и сделайте все задания, которые я вам написала в списке. Он лежит на столе. За это я вам куплю вкусненькое-привкусненькое мороженое. Да ну, Джессика, я не хочу ничего делать. У меня с самого утра ножки болят. Да, да. А у меня с самого утра спинка болит. Девочки, вы что? Старые бабушки по частям уже разваливаются. Ну вы даете. Так, не выдумывайте, пожалуйста. Я думаю, вы будете умничками и все сделаете. Все, удачки вам. Не, ну вы это слышали? Мороженое. То, которое мы только что съели. Мне так облом это все делать. Девочки, но мы же обещали Джессике, что будем ей помогать. Вы как хотите, но я все задания выполню. Вот ты хочешь, ты и выполняй. Даша, у меня есть план. Погнали!
Девочки! Девчонки, как ваши делишки? Вы все сделали, то, о чем я вас просила? Какие девчонки? Где девчонки? Мы бабушки. Я Митрофановна, а я Матрёновна. Бабушки они. Бабули, ну что, вы сделали то, о чем я вас просила? Все поубирали в номере? Поубирали в номере? У нас так все болит. Спинка трещит, колени крутит, голова кружится, ноги ноют, все болит. Ах, у вас все болит, бедные-бедные мои бабулечки. И головушка у них болит, и спинушка, и ножки у них выкручивают. Ай-яй-яй-яй-яй, а может вам чаечку принести? Или печенюшек сладеньких, а? Я мигом. Сейчас. Yes! Ну, бабка Матрёна, ты, конечно, гений. А кто б сомневался? Соня! Сонечка, ты где? Ой, Джессика, привет, ты уже вернулась? А я как раз тут уже все доубирала, пыль повытирала, все сделала, как ты просила. Умничка моя, ты единственная, кто все сделал, то, что я попросила. А эти две бабули, бездельницы. Ну ничего, Соня, мы с тобой их проучим. Пошли. Thank you.
мои дорогие бабуленьки, мы решили вас сегодня не трогать и оставить в покое. Сидите себе в тенечке и отдыхайте, потому что у вас головушка болит, спинушка болит, ноженьки болят. А мы с Сонечкой пойдем-ка